Добрый день, меня зовут Александр. Мы сейчас находимся на западном побережье Камчатского края, на берегу Охотского моря. В данном районе мы осуществляем лов лососевых активных. На сегодняшний день мы уже добыли более 15 тысяч тонн. Вот. И сейчас планируем вот на этом катере выехать на Невода, проинспектировать состояние неводов, наличие в них рыбы, ну и пообщаться с нашими рыбаками. Сейчас у нас заканчивается лососевая путина. С левой стороны такой флажко с рыбнасосом, который осуществляет передачу рыбы с прорезей с моря на завод. Рыба поступает вот по этой трубе, которую мы тоже наблюдаем в живом виде. Вот. А рядом находятся насосы наших партнеров, коллег с других предприятий. Всего три насоса. Преимущество этой лодки в том, что легко съехать с берега на воду, то есть доехать срочно, довести человека, поменять экипаж, завести какой-то быстрый груз. То есть для этого не нужно какие-то большие единицы просить, чтобы они все это здесь сделали. Ну, для ускорения процесса, наверное. Кроме того, довольно часто выезжаем на Невода, чтобы посмотреть обстановку на Неводе, оценить какие-то организационные мероприятия, может быть, провести. Вот. Ну, как бы лодка, да, в этом плане нас очень сильно выручает. В отличие от винтовых плавсредств, мы можем ехать сюда напрямую, пересекать Невода, центральники, трубы вот рыбонасосов она переезжает, никакого ущерба не причиняет. Ну, наверное, в этом ее преимущество. Вообще Невод — это вот такая центральник, это стена на 500 метров либо километр. И ловушки, вот это вот ловушки. Сюда рыба тыкается в стенку и идет вдоль нее и заходит сюда в ловушку, а отсюда ее потом вычерпывают. Меня зовут Александр, я мастер отдела добычи у колхоза «Октябрь».
Наша компания занимается промышленным выловом рыбы, изготовлением рыбной продукции. По совместительству я отвечаю за техническую часть аэролодки «Север». Также у нас есть еще одна лодка. Была куплена первая лодка «Охотник 650К» в 2021 году. Этот экземпляр был у нас куплен в 2022 году. Это у нас вторая уже лодка «Север». Вот. Для чего этой лодки нам? Во-первых, для рабочих моментов. У нас невода стоит на море. Вот. И мы ездим туда с инспекцией, с проверками, проверка документов, проверка бригад. Проверка идет неводов. Заезжаем в саму ловушку. То есть и там уже смотрим по рыбе, по обстановке. Если, например, у нас был бы катер с килем, мы бы уже не смогли подъехать. Почему? Потому что есть опасность повреждения винта. Вот. Всегда надо подрабатывать. Течение большое на море. А на аэролодке «Север» мы можем спокойно подойти, куда нам надо, не думая о том, что мы что-то можем повредить непосредственно и неводу, и также лодке. Вот. Вторая часть использования этой лодки – это, конечно же, прогулки, рыбалка, охота. То есть переход с моря в устья, в речку. Мы находимся, наша компания, это полуостров Камчатка, поселок Устевой, западная часть Камчатки. Это Охотское море, неспокойное море, вот. Соленое море. Опять же, выходим с берега на море, выходим также, швартуемся к МРСам, к нашим кораблям, к насосам, рыбнасосам. Также с проверкой, с ведением документации. На обычном катере бы это было бы сложно сделать. Почему? Потому что волнение сильное. Катер бьет за счет баллонов. На аэролодке «Север» все-таки катер играет. Не бьет об МРС-ку, не бьет себя. То есть в использовании очень практичен и хорош. Вот. Выходя на речку, например, с моря, с Охотского, то есть он за счет того, что он плоскодон, проблем не знает с пересыпами, проходит все аккуратно. Достойно себя показал на речках и так и на море. Занимаемся выловом, промышленным выловом рыбы. Это лососевая рыба, это у нас идет горбуша, основной вид деятельности, то есть основной вылов. Потом идет у нас кита, нерка, кижуч. Чевычу нельзя ловить. Опять же, к неводам любят подходить нерпы. Любят подходить, нырять в ловушки. Тем самым мы, когда это происходит, заводим аэролодку, подходим к неводу, чуть-чуть газу дадим, нерпа разбегается, так что животных нельзя трогать, но пугать можно, чтобы не, так скажем, не мешали работать. Ну а нерпа у нас это бедствие, серьезно, у нас просто как бы их столько много. Сейчас там, сейчас она уже наетая, она уже как бы, а вот в начале, когда рыбы мало, ее просто, блин, она вот стеной стоит и рыбу не пускает просто. И их реально, вот здесь вот было, вот когда рыба была, когда ее немного, до 100 штук нерп. Серьезно, опять он вылезла. И некоторые ставят пугало. Пугало? Пугало, да. Поплавок такой, на него палку одевают, там что-то костюм, как, ну, как реальное пугало, чтобы оно отпугивало. На какое-то время это действует, а потом оно привыкает, и все уже к нему, и живет дальше. Ну, мешает очень сильно нерпу. Она не дает рыбе зайти на вот этот ворота, называется, в него вот это место узкое. И она просто там, они там нельзя, штук 10. Убивать нельзя, да? Да, что-то вообще как-то удивлен, честно говоря, что так вот пусто это. Мы сейчас видим наш речной участок на реке Воровской. Здесь мы добываем в среднем где-то около 1000 тонн лосося ежегодно. Ну, в хорошие года больше, в плохие, может быть, поменьше. Вот. И процесс от моста лодкой закидывают невод. И вот невод длиной где-то около 120 метров. Его протаскивает лодка и вытаскивает вот на этом участке, который мы сейчас наблюдаем. Вот. После чего рыбу собирают, и вот каплерами, вот как мы сейчас видим, их грузят в машину. После того, как машина
Загрузилось 5-6 тонн рыбы. Машина уходит на завод на сдачу. Ну, вроде как всего в 2 километрах от моря, но вот этот участок, рыба сильно отличается от той, что ловится в море. У нее более зрелая икра, более качественная, более красивая. Вот. Но вместе с тем, сама рыба, она менее ценна. У нее уже пошли, начинаются нерестовые изменения. Вот. Если вот лосось брать, лосось рыба лучше в море, икра лучше в речке. Но икра очень красивая, мы сегодня ее увидим. Сегодня я вам хочу представить нашу производственную площадку, одну из производственных площадок колхоза «Октябрь». Это рыбопереваривающий завод «Кехта». Завод построен для переработки лосося, который непосредственно добывается в километре от самого завода. Вот. Рыба подается по трубе, по рыбнасосу. Данный завод обладает мощностью переработки более 400 тонн сырца в сутки, выпускает более 300-350 тонн готовой продукции. Производим в основном это горбуша, икра горбуши, качественный жир рыбий, рыбная мука, вот, на современном оборудовании, которое мы увидим чуть позже. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Дмитрий Передун. Я являюсь директором завода «Кехта», где мы сейчас с вами находимся, и я вам проведу экскурсию по нашему заводу. Мы с вами находимся в рыбомучном цеху нашего завода, где у нас расположено оборудование по переработке отходов с производства рыбы, головы, внутренности. Оборудование очень дорогое, известной фирмы «Флотвек». Из таких особенностей, отличительно, о чем бы хотелось сказать, это центральная ее часть, которая сами отходы делит на 3 фракции. Устройство называется «Трикантер», разделяет субстанцию на жир, клеевую воду и, собственно, жом, который дальше после сушки превращается, и помола превращается в муку. Сначала металлодетектор, который находит и определяет наличие металлических включений в отходах, либо камень, либо песок, откидывает их в сторону, потому что эти вещи недопустимы в производстве. Дальше идет дробилка,
где дробятся отходы, мельница, которая еще мельче делает и перерабатывает отходы. Дальше по цепочке это варильники. И, собственно, дальше поступает, после варильника поступает в пейкантер, где идет разделение на три фракции, как я сказал выше. Клевая вода у нас уходит в очистные сооружения, в переработку. Жом идет на сушилку, где сушится до нужной температуры и перемалывается жир. Непосредственно сразу с пейкантера идет на упаковку, в разлив, в емкости по 1000 кубов, либо в бочке. Ну, вот результат того, что вы видели, можете сравнить входящее сырье и какой продукт получается на выходе. Это чистый рыбный жир. Да. Вот, все. Вы можете понюхать абсолютно без запаха. В принципе, можно принимать в пищу. Уходит клеевая вода. Собственно, жом, который дальше идет в сушильный аппарат. И из этого получается рыбная мука. Рыбная мука после этого используется компаниями по производству сельхозкормов, комбикорма. Также покупают известные компании для производства кормов для животных. Тоже используется в качестве либо основа, либо добавки высокопротеиновой. Вот получается готовый продукт. Сухая, молотая рыбная мука. Мы с вами находимся в цехе разделки рыбы, где у нас расположено стоит 6 машин по отрезанию головы, отсечению и подрошению. Ну вот данные машины с вами обязательно, вот видим, какой у нас сырец получается, какого качества, абсолютно отличное по плотности мяса, никаких отслоений мяса от костей, идеально зачищенная почка. Вот рыба первого сорта, которая у нас в дальнейшем идет либо на штучную заморозку, либо в блочную заморозку. Так, на данном участке мы находимся, у нас линия по производству фарша. Хотелось бы отметить, что фарш, вопреки расхожему мнению, готовится у нас на заводе не из сырья второсортного, либо порченного, задержанного сырья. Мы пускаем в производство рыбу только первого сорта. Для этого мы ее сортируем, отбираем, филетируем, после чего стоит либо шкуросъемная машинка, удаляем шкуру, и после этого пускаем на фарш. Поэтому фарш у нас получается без каких-либо посторонних включений, как кости, кожа. Это чистое мясо, без лишней влаги, сухой. Упаковываем мы в упаковке либо по килограмму, это для потребительской упаковки, для розничной продажи в магазинах, либо 7,5 килограмм блоклайнеры, это уже для либо сетей, либо для оптовых покупателей. В данный момент установка не работает, да, нарабатываем сырье для производства. Ну вот, собственно, фарш. Никаких посторонних включений в виде костей, остатки шкуры, либо каких-то плавников, ничего нет, это чистое мясо. Вот, собственно, у нас, как пример, упаковка фарша, это перед заморозкой 7,5 килограмм. Здесь мы с вами находимся, у нас участок производства рыбы штучной заморозки. На подложках также, как и говорилось ранее, рыба первого сорта замораживается индивидуально в установке карусельного типа, где рыба проходит за 2 часа, достигает температуры в теле минус 20 градусов. На выходе сейчас посмотрим, какой у нас товар-продукт получается. Вот, собственно, готовый продукт после штучной заморозки, глазировки. Горбуша первого сорта ФБГ. Вот она в таком ладный, красивый вид. Потом после дефростации у нее она будет без повреждений тела, скелета, будет абсолютно как живая на льду в розничной сети выложена. На линию мы с вами видим, это линия штучной сортировки по весу и по размерному ряду с упаковкой в
коробки по 25 килограмм. На данной установке блок управления, на мнемосхеме мы видим, что идет постоянный динамический взвес рыбы. Видим каждую рыбу ее вес, и автоматически программа ее направляет в один из лотков. Как бы запрограммирована логика, у нас часть идет размер L, размер M, S, ну и по весу. Мы можем посмотреть по итогу, по суткам, какое количество той или иной градации рыбы у нас было за смену. Ну, в настоящий момент идет вывивка рыбопродукции из морозильных шкафов. После вывивки глазировка в погружной ванне разовая. После этого идет упаковка рыбопродукции в вкладыш и два блока в сэндвич-мешок. В каждом мешке два блока по 11 килограмм, общий вес 22 килограмма. Рыба у нас сейчас идет тижуч, потрошенный без головы. Здесь мы с вами видим холодильная камера вместимостью 750 тонн палетного хранения. Хранится блочная репродукция и в палетах стоит штучная заморозка. Также вот готовая продукция фарша, ну, остальная наша репродукция, то, что мы производим. Таких камер на заводе 4 по вместимостью 3000 тонн палетного хранения, если навалом, порядка 8000 тонн. Вот мы с вами видим полностью заполненный холодильник. Как говорилось, весь ориентировочность 750 тонн готовой продукции. Все это горбуша ПБГ в блочке, блочной морозке. Дойна Георгиевна, икорный мастер, завод «Кехта». Здесь икорная у нас цех, где происходит соление, очищение икры. Первая линия – это у нас идет грохотка, где мы грохочем линию, очищение идет на второй линии. После этого у нас проходит через губца, где промывается вся икра у нас идеально. После промывки можем пройти к посолочному чану, где происходит посол икры. И также центрифуга, сушка икры. После сушки мы переходим на вакуумную линию, в которой мы выбираем лопанцы и еще остаток, который мы осушиваем икру. После вакуумки у нас происходит процесс просветки, мы добавляем септики и уже непосредственно бандарим икру и идет на холодильник на сохранение. Самая вкусная икра – это нашего завода «Кехты». В апреле этого года я получил огромное удовольствие от использования данного катера на охоте гусиной. Происходило это вот здесь вот, поблизости недалеко, за моей спиной, можно сказать. О чем прелести все, что гусиная охота у нас, активная фаза идет, когда снег еще не стаял, речки частично во льду, частично в воде непроходимые. Вот. И на этом катере мы ездили и по воде, и жили в нем, и даже вот качка, тундра, где растаявшая, идет, ну, просто у меня нет слов. Ну, соответственно, это охотились мы тоже хорошо. Проехали в те места, где больше на другой технике не доедешь. Да, мы вчера посещали речку Воровская, как бы обратили внимание, что воды очень мало, был засушливый сезон, и сейчас по большей части большинство мест не проедешь на обычной моторке, даже на водомете. Вот. Вчера мы прекрасно проехали заломы, и где нужно было по косе перескочили. Вот. Ну, отрыбачили, поймали и вернулись.
Смотри. Я же говорил, он есть. Вот двойничок. Слышишь, он его даже выплюнул, да? Смотри, висел. А нет, хорошо, замочек. Это кижуч, самец кижуч. Как мы определяем, самец или не самец? Видите, у него нос горбом. Ага. Самка без горба. То есть не хвост, а нос. Вот видишь, идет горбинка. Это самец, у него молоки. Сильный очень. С первого раза. По пузику вроде как на мамку похож, по носику. Это мамочка. Это девочка. Лёсенька, пятерка у тебя была? Да. Там коробочки. Где-то карабинчик мой, 50-50. Ну все, один из тых забирай. Моя любимая блёсенька, да. Вот такая вот. Даже чевычу на такую ловлю. Хотя вроде маленькая. Красава. Она меняет, меняет. Берем нитку, прижимаем вот к ручке, либо прижимаем вот сюда, кому как удобнее, пальцы. А где-то вот сантиметров 30 блесна торчит. И не сильно, сильно не размахиваемся, чтобы на тот берег не закатить. Кидаем. Она упала, ее чуть подтянул и дал из слабины, чтобы блесна упала на дно. А потом потихонечку, потихонечку начинаем. Кулик у нас ягодник сегодня был добыт на охоте. Вот очень вкусная и очень жирная птица. Набирает жир за 2-3 недели всего лишь перед полетом куда-нибудь на лето, на зимовку. Летает очень большими стаями, по 100, по 200. Мы его очень ценим. Аж руки в жиру все, вот тут у него жир аж выделяется. Сейчас мы с него сварим шурпишку в картошке с лучочком. Будет бомба, и как мой друг говорит, попу расчешешь. Для того, чтобы она была удобна в употреблении, ей нужно вот теперь этот пух опалить. Лучше всего это сделать паяльной лампой или газовым баллоном, но наличия нету, поэтому будем опаливать на костре. Икра лососевых пород. Это у нас нерка. Получается, поймали на нашем участке. В данный момент сейчас сделаем 5-минутку.
непосредственно в походных условиях. Получается, икра быстрого приготовления солится буквально минут 5. Необходимо в первую очередь удалить пленку из икры. Вот что мы сейчас с помощью ложки и сделаем. В заводских условиях применяются электрические игроходки для того, чтобы икра на пленке. Ну а здесь в походных можно и ложкой в небольших количествах. Все ненужные крапления убираем аккуратненько. Икра у нас чистая, только что пойманная. Так, и что делаем дальше? Мешаем и ждем 5 минут. Засекаем время. Так называемая стечка. Ну ты дырочки, мне кажется, сделал крупноватые. Покатаем, покатаем. Тем самым уберем всю лишнюю влагу с нее. В промышленных масштабах специальные аппараты для сушки икры с помощью потока воздуха она после соления становится сухой. Чем суше икра, тем она соответственнее лучше. Предпочитают проверить легко, на руку наложил, не растекалось. Если стоит, значит все хорошо. Сань, кажется, достаточно ее уже гонять. Итого. Чик. Чик. Хоп. Да, пожалуйста. Ну-ка, возьми пару икринок, попробуй на вкус. Просолилась, не просолилась. Все. Заценил. Ждем 20 минут, если с Александром ничего не произойдет. Сейчас мы находимся, это речка, в простонародье Семужная, потому что сюда дикая семга заходит осенью. А так название географическое — Кехта. Речка небольшая, но довольно-таки популярная у рыбаков. Сюда часто приезжают. И тоже, соответственно, вот, ну, удобно использовать лодку. Вот. Также здесь есть такие мелкие, труднопроходимые для моторных лодок места. Мы никакого дискомфорта не чувствуем.
я думаю, тот, кто думает, обдумывает, либо еще не принял решение о приобретении подобных аппаратов, ну, соглашайтесь, вы ни о чем не пожалеете.